Бурную Австрию. Но об этом мы поговорим чуть позже более подробно. А сейчас смотрим на атаку. На атаку сборной Советского Союза. Вперед рвался никто иной, как Муртаз Курцелала. Так вот, этот матч, забегая вперед, взялась за дело. Удар поворотом. Это Бышвиц пытался пробить через себя. Не получилось. На подборе Сабо, который натянул Гетры. И Курцелала бьет поворотом. У него был мощнейший удар, надо сказать, у Муртаза Калистратовича Курцелавы. Несколько раз у Кабри провели 17 товарищеских матчей. Я сюда включаю и матч со сборной Скандинавии, хотя он не является официальным. Вот здесь Муртаза Курцелава, как приняли. Посмотрите, какая была грубая игра против Муртаза Курцелавы. И сейчас, посмотрите, Фрелих подбегает Бичирову, жмет руку, но очень грубо было сыграно. И наш врач Соколов со своим чемоданчиком мчится на помощь Муртазу Курцелала. Yeah,